Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас обзор за неделю. Начинаем сегодня наш обзор с последнего дня недели. Так, сегодня у нас вторник или среда. Но, скорее всего, у нас сегодня вторник. Число, наверное, 30. То есть у нас сегодня 30 октября. На заднем плане у нас Люба с папой ремонтирует очередной сломанный забор. А мы начинаем здесь. А я начинаю вас водить по хозяйству. Первое, что я вам покажу, это вот такую вот кормушку сделал наш папка сегодня с утра для коров. Вот такая вот кормушка. Сюда он будет трактором подавать старое сено. Старое сено у нас вон там куча за рулонами. Вот он его хочет сюда. Ну, вообще, конечно, мне немножко сомнительна конструкция. Вот такая вот. Сильно сомнительна. Ну, в общем, будем потом смотреть, как они из нее будут есть и как надо будет ее переделать. Вот. Так, что у нас дальше? Вот здесь вот коровы спят. Здесь солома. Обалденные ячменные, целая фура. Здесь коровы спят. Вообще я хотела показать вот что. Вот это вот все. Тут все безобразие. От 11 взрослых голов, которые бывают здесь только ночью. То есть, находясь только ночью вот на таком не сильно маленьком помещении, вот что превращено. А если бы оно было маленькое, а если бы было голов, вот здесь вот рулоны выставляются, здесь вообще месиво уже начинается. Вот такая вот неприятность. Как с этим бороться, пока непонятно. Вот старая кормушка. Здесь уже вот это все выгребалось летом. Там забирали у нас соседи. И они у нас возили прицепами, тракторами. Они вот отсюда вывозили тракторными прицепами. Заборы. Заборы коровы ломают. Вот все. Все изломано. То есть они либо почесаться, либо за какой-то травиной. Здесь вот сено лежало. То есть заборы ломают моментально. А вот эти заборы высокие, вот эти, вот эта сторона, они от сильного ветра падают, подламываются. Подламываются столбы, как сильный ветер. Так мы без заборов. Ну и вот такая вот кормушка, в принципе. Сильно она не отличается от той, что папка у нас сделал сегодня. Сегодня пасмурно, на штиль. Прохладненько, градусов 5, может быть, мороза. Мороза, простите. Так,
Какую тебе надо? Папина помощница. Какую тебе надо, папа? Какую тебе надо, папа? Любой, давай. Какую тебе надо? Там они одинаковые, любой. Ну, может, вот эту? Давай, давай, давай. А какую тебе нужно? Какую тебе? Я папе помогаю. Умница. Я Годе ему даю. Умница. Я медь Годе ему даю. Еще мы вам сегодня покажем опять же коров. Да. Еще мы вам покажем, как мы снеговика лепили. Да, у нас даже был снеговик в этом сезоне уже. Ну, вообще, пришел нам стучать. Но вообще очень теплый у нас октябрь. Очень теплый. Все, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Вот, пожалуйста. Подавай. А какой тебе надо? Любой. Любой возьми. Разноцветный. Разноцветный. Где ты видишь разноцвет? Я вот не вижу. Мы еще не поработали. Не поработали еще? Нет еще. Какую тебе надо? Может, вот эту? Давай. На. Все, спасибочки. Еще больше пока не надо. Мы еще не поработали. Ну, работайте. Работайте. Уже поработали. Нормальным он будет. 26 октября. Лепим снеговика. Ты его не в гору кати, а с горы. Очень хорошо. Кати тому вон кусочек. Вот мы уже один слепили. Вот, вот, Катя, видишь, как здорово получается. Прихлапывать не забудь. Вот у нас уже два. Сейчас еще чуть-чуть и голову сделаем. У нас получился снеговик. Да, Люба? Ты знаешь стишок про снеговика? Расскажи. Я не знаю. Ну ты же сказала, что ты знаешь. Не знаю. Не знаешь? Ну, правда, на боку что-то у нас получилось сильно. Ну ладно. Папа приедет, покажешь папе. Ага. Да. Иди скорее, ночь. Заходи. Куда? Иди отсюда. Уходим. Уходим отсюда. Пошли вон. Вон пошли. Давай, давай, вон пошли. Пошли вон. Пошли вон отсюда. Вон! Пошли вон отсюда! Серёж, закрывай скорей! Бегом закрывай! Стоять! Бегу пошли! Куда пошли? Дверь закрывай, прорвутся все равно! А вы вон отсюда. Надо звонить, чтобы забирали. Мам,
Что-то печка вообще не работает. Ни разу. Уже сколько греется машина? Все, нагрето. Давай еще раз и погромче. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Не надо погромче, надо тише.